Девочки, всем привет! Сегодня у нас будут статические упражнения. Сделаем несколько видов планки. Работаем по системе Табата. Так, я включаю музыку. Первое упражнение у нас будет планка. Приготовились? Для усложнения нагрузки можно приподнять одну ногу вверх. Вот, здесь будет напрягаться мышцы живота, бедра, ягодицы, спина. Держимся 20 секунд. Так, отдыхаем. 10 секунд у нас отдых. Потом повторяем то же самое упражнение, только поднимаем другую ногу вверх. Так, левую ногу вверх. Если сложно в этом положении держаться, значит просто, просто выполняем планку. Стараемся не прогибать спину. Ровно держимся. Хорошо. Далее у нас пойдет боковая планка. Будут работать косые мышцы живота. Держимся 20 секунд. Стараемся поднимать выше таз вверх. Дышим, дыхание не задерживаем. Так, в следующем подходе на другом боку будем делать. Приготовились? Поехали. Снова возвращаемся к первому упражнению. Поднимаем таз вверх и бедро. Если хотите больше нагрузки на бедра, можете увести бедро в сторону. Два варианта. Или это делаете упражнение, или это. Сейчас будем повторять то же самое на другую ногу. Если хотите больше нагрузки на бедра, значит, уводите колено в сторону. Сейчас у нас будет снова боковая планка, но мы его усложним с подъемом бедра в сторону. У кого не получается это упражнение, делаем предыдущее. И последнее. В другом боку. Отлично. Мы закончили. Если вам нагрузки не хватило, то одну минуту отдыхаем и делаем еще один или даже два раунда.